Сергій, хто не знає? Сергій Рубашко. Прямо думав я одно, бить би живо. Прям думав, до нутра просолюся. А мотались ми тоді по Алжиру з делегацією ЦК профсоюзу. Ну, речі, встречі, то да сьо, кроїм НАТО. Ну, в конец охолодав я, мотаюсь. Меж лягушек їхніх надух не надо. Я їм, сукиним дітям, не китаєць. Да тут ты мало сам раз сам окосел бы, не до жиру, говорю, быть бы живу. И одно мое спасение — консервы, что мне Дарья в чемодан положила. Но случилось, что она с перелянку положила мне одну лишь салатку. И вот в отеле в экзосратом, в палате, собираюсь, как стемнеет, в палате, помолюсь, как говорится, Аллаху и рубаю. Маринаде, салату. А на утро я от жажды мычу. Ну хоть ты воду мне давай, а хоть мочу. Ну не вынес я. И как-то под вечер не стерпел. Я очутился в прагмахе. Ну я ж не лысый, мать их там, я ж не вечен. Я могу и помереть с той салатью. И вот стою я прямо злой, как малюта. То мне жарко в спинджаке, то мне зябко. Хоть дерьмовая, все же валюта, все же тратить исключительно жалко. И вот беру я что-то вроде закуски, за кудаленькую баночку с краю, и написано на ней не по-русски, а по-ихному я плохо читаю. И вот подхожу я тут к одной сеньорите, извините, мол, ко мне бить, грите, подскажите, говорю, ну, не с мясом ли банка? А она в ответ кивает, засранка. И пошел я, как без памяти, к кассе. И очнулся на паласе, в паласе. И вот на койке я сижу на ежом и орудую консервным ножом. И до самого рассветного часа матерился я в ту ночь, как собака. Казалось, в этой банке не мясо. Казалось, в этой банке салака. И не где-нибудь в Бразилии, мать. Ну написано ж внизу на наклейке, дескать, мать, в СССР, в Ленинграде, в маринаде. Руб 4 копейки. Не, ребята, надо ездить поближе. И на край распринимать его света. Мы же МХАТом помахаем, и мы же пропадаем, как клопы через это. Я-то думал, как-никак сохранится, думал, память как-никак сохранится. А выходит так, что они, голодранцы, понимают так, что мы, иностранцы. И вся жизнь их заграничная лажа. Даже хуже, извините, чем наша.